За последние несколько лет город Новоульяновск значительно преобразился. Благодаря комплексному подходу и синхронизации всех служб удалось достичь хороших результатов с минимальными издержками. Множество дворов и придомовых территорий были приведены в порядок. Положен асфальт, сделаны тротуары, установлены лавочки и скамейки. Если посмотреть на улицы нашего города, у нас очень много сделалось хорошего. Это именно внутри дворовой площадочки. Заасфальтировался асфальт, возвели, поставили бордюры, то есть аккуратно. Поставили скамеечки, засадили травой. Тоже как бы все стало аккуратно, красиво с точки зрения даже эстетики и удобства граждан нашего города. Осмотреть ход работ по благоустройству приехал депутат Государственной Думы Светлана Разворотнева. Она же представитель конкурсного жюри «Лучший дом, лучший двор». Парламентария отметила, что на федеральном уровне Ульяновская область выделяется. В действиях градостроителей проявляется изобретательность и организованность. Таким образом, региону есть чем поделиться с другими субъектами. Тут должна быть либо какая-то новая федеральная программа по замене детских площадок, либо действительно эти элементы надо включать в программу по формированию комфортной городской среды. Потому что еще я была общественником, не была депутатом, мы проверяли состояние этих площадок в регионах. Они все в очень плохом состоянии, ни у людей, ни у муниципалитетов нет денег. И, конечно, если мы говорим о том, что наш приоритет – это забота о детях, то дети где-то должны играть, у них должна быть безопасная среда. Вначале для того, чтобы приступить к благоустройству самой территории, положить асфальт, сделать освещение, мы меняем все инженерные сети. Только после этого уже приступаем по благоустройству. Это тротуары, дороги, освещение, детские площадки. В планах обустроить еще 3 микрорайона города и закончить благоустройство парка Прибрежный. Кирилл Савосин, Даниил Сурков, Ол-Правда, ТВ.